решение именем Российской Федерации оглашается в резолютивной части 18 апреля 2022 года, город Клинцы. Клинцовский городской суд Брянской области в составе председательствующего судьи Баженовой при секретаре Карташевой с участием представителя истца Клинцовской городской администрации Лавровой по доверенности, ответчика, учредителя и главного редактора городского информационно-делового портала «Клинцы.Инфошика», рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Клинцовской городской администрации к учредителю и главному редактору городского информационно-делового портала «Клинцы.Инфошика» Владимиру Дмитриевичу о защите деловой репутации на основании изложенного руководства статьями 194-199 ГПК РФ, суд решил. Исковое заявление Клинцовской городской администрации к учредителю и главному редактору городского информационно-делового портала «Клинцы.Инфо» Шику Владимиру Дмитриевичу о защите деловой репутации удовлетворить частично. Признать несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию Клинцовской городской администрации сведения, размещенные на интернет-сайте по адресу www.instagram.com, на интернет-странице городского информационно-делового портала «Клинцы.Инфо» по адресу www.instagram.com, «Клинцы.Инфо» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет». Из присланного на площади 50-летия октября ярмарка должна проходить до 13 июля, но они продолжают стоять, как ни в чем не бывало, прямо перед окнами администрации. Далее в сообщении идут обвинения чиновникам в коррупции. Зато на рынке бабушек через день гоняют. Обязать главного редактора городского информационно-делового портала «Клинцы.Инфошика» Владимира Дмитриевича в течение 10 дней со дня вступления решения в законную силу разместить на срок не менее 3 месяцев на главной странице сайта «Клинцы.Инфо» по адресу «Клинцы.Инфо» опровержение несоответствующих действительности, порочащих деловую репутацию Клинцовской городской администрации сведений под заголовком «Опровержение» в виде резолютивной части решения суда. В остальной части в удовлетворении иска Клинцовской городской администрации отказать. Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам Брянского областного суда через Клинцовский городской суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме. Решение суда в окончательной форме будет принято в течение 5 рабочих дней. Решение суда понятно сторонам? Мне непонятно совершенно. Что именно? Какое отношение имеет Инстаграм к СМИ «Клинцы.Инфо»? Это совершенно разное. Вы не поняли решение, вам объяснить? Ну, вы пишете о том, что я опровержение на сайте «Клинцы.Инфо» должен опубликовать. В связи с тем, что Инстаграм является в настоящее время запрещенной сетью. Так, а при чем тут «Клинцы.Инфо» и экстремистская организация? Вы являетесь главным редактором данной. Я не согласен вообще, то есть просто... Так, решение суда, судебное заседание объявляется закрытым.